лосяшка выходил. Выходил лосяшка. Да. Выходил лосяшка. Всем привет, ребята! Приехал и удивился. Ну, прям в прямом смысле этого слова, друзья. Кто помнит, ребята, когда я здесь был, не знаю, недели полторы назад, наверное. Вот я кидал донки от этой коряги. Помните, я ее пропиливал. В общем, отсюда забрасывал доночки. Был небольшой плежок такой. Моя скамейка. Вот, пожалуйста, друзья, полторы недели. Что происходит? Ну, понятное дело, прошлую неделю, ребята, я был в гостях у Олега. Плюс-минус. Потом домашние дела, огороды. И все, у нас здесь рыбалка закипела. Выезжал в деревню, уже пацаны все на удочку. Вся деревня сидит там на берегах. Балдеют, рыбачат 25+, ребята. Фух. Рыбалка пошла. Поднялся выше, посмотрел там одно место. Короче, спустился, ребят, все-таки я сюда хотел еще раз приехать. Ну, здесь уже, ребят, весь пляж открылся. И та зеленка, с которой я кидал донки с кустов, смотрите, друзья, она вся полностью открылась. Говорят, что пошла рыбалка на фидер, но я все-таки, ребят, сегодня выскочил на доночки. Так скажем, закроем сезон весенней донки и будем уже переходить на английскую донку тире-фидер. Да, ну здесь кто-то был, друзья, из рогатульки. Я вот пособирал сейчас по пляжу, походил там, собрал бутылки немножко, какие-то пакеты. Вот здесь костровище, вот этот корень прям таки подожгли. Красота, красота. Вода упала, да, я вижу, что, друзья, у нас рыбалка уже пошла и надо что-то пробовать сегодня, ребят. Закрываем донки, попробуем отловиться по белой рыбе, это ясь-лещ. Ну и ночью, понятно, никто еще не отменял, до июня клюет на лим, потому что вода еще не прям такая прогретая, но все же ночью он может показать себя. Ну и смотрите, друзья, блин, летний уровень, я в шоке, просто в шоке. Да, конечно. Забрасывал я донки, ребята, вот прям с этого пятака, помните? Вот смотрите, как вода упала. Это просто жесть. Ну, в общем, что, посмотрим, братцы. Давайте попробуем. Разгрузочка. Сегодня взял еще, ребят, закидушки, но я их переделал на тройник. Если на донке попадется какая-то мелочушка, там по зеленке, на мелике, попробуем поставить в заброску живца. Потому что там частенько с утра щука хулиганит на меляках, ловит мелочь. Короче, попробуем. Ладно, понеслась. Жара, ребята, 25. Блин, непривычно, конечно. Ну, лето, лето приходит. Кукушка, кукушка, сколько сегодня везде поймаем? Раз, два, три, четыре. Четыре, да?
Ну, 4 тоже пойдет. 5. Хорош уже, хорош, хорош. Хватит нам. Больше нам не надо. От клеща. От винта, говорит, да? Вот это жара, блин. Непривычно, короче, нифига. Надо привыкать. Приготовил, ребята, рогатулечки. Все сразу. Тут я тут раз оставлял возле корня, спалили, короче. Мои рогатульки сполили. Ну, короче, сейчас все приготовим. Мне кажется, надо уже забрасывать. Понятно, что мелочь, друзья, не даст. Мелочевка вообще не даст. Но нам, в принципе, нужно поймать мелочевку. Нам, в принципе, нужно поймать мелочевку. Чтобы поставить донки, закидушки на щуку. Начну прям с самой ямы. В прошлый раз, друзья, вот это где-то здесь я ставил донку. Вот как упала вода. Саму яму прям начнем. И пойдем по всему пляжу. Потому что и белая рыба сейчас. Охота, конечно, леща поймать уже нельзя. Так, сколько здесь? 15 метров. 2, 3, 4, 5, 6. Блин, так все резко, друзья, вообще. Бац, и на тебе. Прям резко. Опа. Ну, возможно, ребят, ночью налим. Невозможно, а налим, скорее всего, будет. Ночью. Посмотрим, короче. Так. Ну что? Опа. Все, друзья, это уже не дендробен, а это уже наш местный червь с огородов. Пока по два. Вон мелочь, друзья, прыгает. Надо поймать что-нибудь, какого-нибудь ельца. Что-то я так решил, потому что у меня уже была вот именно по такой воде. На донке мелочь какая-то падает. И щука хватает. Сейчас, кстати, друзья, щука, она вот именно на блесну, возможно, на воблера, на джиг брать не будет. А вот на живца она будет брать, друзья. Вот, короче, тут у меня и Лариса Юрьевна, и Алена Сергеевна, и я сам, короче, черви все собирали, ребята. Всей семьей. Так, новая донка, друзья, первый раз в плавание. В принципе, нормально, да, так и хотел. Пойдет 5-4 метра точно.
Четко, четко, четочка. Приготовим закидухи. Ну, это, ребят, те же донки, просто уже на мотовилах. Жесткие удильник, крокодил 250 тест. Катушки такие здоровые. И вот я, ребят, просто приготовил поводки, получается, с тройниками. Вот так. Сейчас приготовим. Выставим сразу, и чтобы уже заряжено все было. Чисто так, ради эксперимента, ребят. Вот это пойдет. Банда. Миссия моя выполнена. По-любому донки пустые, ребятки, уже. Ну, вся движуха ночью, сами понимаете. Крупная рыба, что-то как-то. Раннее утро, вечерка, утрянка, самая такая пиковая. У нас уже, ребята, белые ночи. Так что, возможно, сегодня даже спать не буду. Порыбачим до утра. Коврик киданул там, полежал, киморнул немножко. Тепло, что можно спать. Так, на бережку. Ну все, сейчас чай попью. Перекусим что-нибудь. Я сегодня голодный. Ничего не ел. Так, чуть-чуть. Сильно тоже наедаться не люблю, потом ко сну тянет. Он, блин, там долбит. О, ребята, долби там за всю мазуту. О, что-то есть. Что-то тут, ребята, есть, смотрите. Даже рыбейка какая-то, походу, путевая. Что-то качает в самой яме, блин. Блин, мимо. Клювало-то хорошо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Там те зацепы, блин. Там те кусты. Я за них забыл совсем. Оборвался. Блин, поклев какая-то, ребятки, была. Тут, короче, не пойдет. Хрень это лежит. Надо перетаскивать донку. Блин, клювало что-то. Что-то какая-то рыбейка хорошая была, походу. Оторвал. Поводок еще длинный. Позволяет завязать крючочек. Раз, два, три, четыре, пять. На вытеке, ребята, все равно травы море. Если в яме еще течение не такое сильное, то здесь травы море. Она прет. Эта трава, она у нас круглый год, друзья. Просто круглый год. И летом, и зимой, блин. Крючки пустые. Вот здесь на течении, да, здесь вот мелочь гуляет. Прям мощно. Вот здесь яси может хапануть. Что тут такое? Что?
Ну тут что-то поклев какая-то, ребят. Не пойму. Как будто кто-то есть, да? Как будто кто-то есть. Как будто и нет, нет, где-то есть. Кто там у нас, друзья? Ух ты. Братва. Братва в яме. Ой-ой-ой. Братва в яме. Да тихо, брат. Он вечером, друзья. А в яме братва. На лемяха, блин. Смотрю, что-то закачал, блин. О, пузатик жаренок. Сегодня пожарим. Рыбу хочу сегодня пожарить, друзья. Ну вот. Видите, желудка как, ребята. Я просто палец сую туда, достаю. Многие говорят, что отпускай. Понятное дело, что можно отпустить, но не факт, что выживет, друзья. Короче, братва, блин, вышла. Ну, в ямке они тут с вечера уже бодают. Огонь. Садок. Садочек его. Блин, с кровяной такой. Садок, кстати, мне вернули. Все нормально. Оп. Так, что мы, куда его? Куда ты сюда? К лодке зацепим. На карабинчик щелк и все. Время без 10:06, короче, поклевка на лима, ребята, ну в яме. Но я вам не сказал, что он до июня будет брать, вообще без проблем. Можно его по ямам даже ловить, кстати, хорошо. Бывает даже и лучше, мы как-то с Илюхой, помню, попали на жор. Уже тоже вот так все зелено было. И у нас там одна ямка такая, приямок был. И вот две у нас закидушки, они просто херачили, работали. Мы поймали 18 штук. Там пару полторашников, килограммовые были. Ну, короче, нормально, с одной ямы, грубо говоря. Выдернули, а тоже хотели езя ловить уже. Посмотрим, что. Ну, кукурузу, друзья, буду ставить. Чисто так, ради эксперимента. Потому что, ну, там что не дает. А изек может хапануть. Так что сейчас открою. Брал полторашечку, ребята. Уже остыло. Точнее, уже согрелось, остыло. Это зимой, блин. Все, видите, еще даже не отходим, ребята, от зимы, блин. Брал я. Надо бомбануть стаканчик. Блин, жара. Чай ночью буду пить. Сейчас слишком жарко для чая. Градусов 20, ребята. О. Ну, в общем, две поклевки такие вот. Налим и что-то вот там. Не знаю, что там хапало. Так что посмотрим. Ну что, поночуем, поглядим, друзья. Давайте за погоду, за лето. Лето у нас короткое. Не знаю, как в этом году будет. В прошлом году было жаркое лето, крутое лето, блин, загорали нормально, никаких югов не надо. А бывает так, что дождливое, ничего не растет, вода из берегов выходит летом, дубак стоит, блин, и такое бывает. Ну вот уже в какой год лето вроде более-менее нормально. Пока тоже все прекрасно, все шикарно, конец мая теплый, по прогнозу там все хорошо. Великолепно. Поглядим, посмотрим.
полчасика, ребятки, прошло. Солнышко спряталось за кусты, и, блин, хорошо стало так прохладненько. Короче, открыл, ребята, я кукурузу. В общем, хочу посмотреть, что будет на кукурузу. На донке на кукурузу никогда не рыбачил, если честно. Ладно. Будет эксперимент, так скажем. Блин, погода, ребята, лето. Блин. Я смотрю, я охреневаю, блин. Все зазеленело. Бомба. Да, здесь трава, блин, давит. Короче, друзья, здесь крючки, блин, нафиг пустые все. Ну чё, будем кукурузу бомбить. Вот прям вот так, друзья. Ну, яська. Вот такие штучки буду делать. Кукурузу взял хорошую. Есть, кстати, кукуруза такая пустотела, знаете, ребята, она не подходит. Я обычно, если ее беру, только добавляю в прикормку. Здравствуйте. Налимчик, ребятки. В яме попался еще небольшой. Местный. Местный троглодит. Ну, здесь хорошо все. Шикарно. Вот такие кабанчики. Малыши, карандаши. Так, друзья, ну что, перешел, перезабросил, прошелся по доночкам. 4 донки на кукурузу. Даже в яме, ребят, пожевало все. Короче, надо ходить каждые полчаса, а то и больше. Ну, больше тоже не пройдешь, потому что ты пока проходишь, примерно полчаса занимает. Ну, минут 15-20 точно занимает. Вот как-то так. Ну, я думаю, что вечером-то будет более спокойно. Кстати, там такой всплеск был хороший. Какая-то рыбейка. Время у нас 20:08. Ну, в принципе, нормально. В принципе, нормально. Ну, посмотрим, что.
По дровам, ребят, тоже сегодня лайт. Такой небольшой костерок сделан. Это мои, кто помнит, ребята, когда я пилил, вытаскивал. Подсохли хорошо. Такие сухие стали. Две такие уже топляки. Полусухие, полу, короче, непонятно. Но тоже пойдет. И чурбачки два мои, которые оставшиеся, когда я тут прятал. Один, кстати, не мой. Кто-то тоже тут добывал дрова, получается. Ну, короче, нормально, что. Такой небольшой сделаю. Ночью светлый, чисто так покайфовать. Ну, это все спалим тоже, наверное, потихоньку. Будем подкладывать. Да и все. Красота. Нормально. Это вот весной, когда, да, вот первые рыбалки, там холодно, ночью морозы, минус 3 бывает. А сейчас вот я, наверное, даже не буду теплую флиску одевать. Ждем, братва. Ждем. Ждем вечера. Посмотрим, что будет у нас вообще. Что покажет. А так все, закрытие, доночное закрытие точно. Лично у себя здесь на червя точно все, уже не поеду. Если немножко только будет, только так. Дело прошлое, ребята. Надо покушать. Время-то уже какое. Я сегодня что-то ничего на зуб даже не кидал. У меня тут такой небольшой колбаска есть, яички. Ну, тут с дому, ребята, домашнего взял. Что-то рыбки охота, конечно, похавать. Ну, одним налипчиком заморачиваться не буду у меня здесь. О, капусточка, друзья. С котлеткой. Сейчас мы это дело все перекусим. По-чайковски. И нормально будет. Да. Ну что, уже чиреет. Солнышко уже зашло, заходит. Сейчас будем работать, будем ждать. Но это мясо всегда, ребята, давало. Всегда давало. По белой рыбе, ези были. И зимой здесь хорошая рыбалка была. Здесь по кругу жерлицы ставили. Не вместо хлеба. Такие пончички. Ну, не пончики, это как булочки. Проголодался, блин. Сложный гарнир, друзья. Капусточка. Красота, ребят, на реке. Спокойно, тихо. Рыбейка уже плещется, мелочь. Эти, кстати, кулики тут, ребят, ползают по пляжу. Смотрю, кукурузу, короче, берут в рот. Что-то, но не едят. Короче, не ихняя эта тема. Многие, кстати, вот уток хлебом кормят. По идее, тоже, ребят, уток хлебом кормить нельзя. Можно немножко давать там. Белый вроде хлеб, но немножко совсем. Так вот в парках, я знаю, там вот в городах, у нас-то их добывают, а в парках они вот так плавают и кормят уток хлебом, как будто бы нельзя.
Все, вечер, кукушки начали шебуршать. Плывет бобер, ребята, а чайка его атакует, прикиньте. Вот это да, блин. Бобер проплыл. Что-то, ребят, не пойму. Как будто рыбейка сидит. Или какая-то грязь. Что-то уводит, блин. Ну, засранчик опять сидит. Опять в ямке попался. Тишина, никто не звенит. Тихо, братик, тихо. На лемешка. Блин, захватил-то засранец. А? Чего вот мне с тобой делать сейчас? Вот видите, ребята, он в желудке просто. Короче, ямка дает мелких налимчиков. Они даже не звенят, блин. Я вот сидел возле костра. А тут экстрактор, ребят, не поможет. Мне там писали люди. Вон, ребят, смотрите, пиявки. У налима есть такая же система. Пиявки в жабрах причем. Ну вот, брат, заглотил, конечно. Вообще труба. Ну, ребят, пока возьму на реанимацию его. Если очухается утром, то отпустим. Потому что, блин, давануло нормально его. У нас получается поклевка вот на эту была. И вот на эту два мелких налимчика. Пока в яме, короче. Налимчики. Ну, может, покрупнее увидеть ночью. Было бы неплохо. Все, можно уже добавлять. Свеженьких, вкусненьких червей добавляем, свеженького. Ну так что-то монотонно, будем ходить. Ну я так и сказал, что в яме, наверное, налим будет до последнего. Не клювало, ничего не слышал, ни звоночка, ничего. Тут глубоко, как бы, леска в провисе, обратка еще идет. О, что там она? Только перезабросил ее. Вот такая, ребят, рыбалка на донке. Да, на миногу, конечно, сидишь и все. Если зазвенело, значит рыбейка уже хорошая. Ну, может и такой же налим стать. Так же ее бодать. Просто уже не надо ходить, вот перетрясывать донки. Что-то качает, ребят, смотрите. Только-только ее перезабросил. Что, на лемяшке? Да, вот, скорее всего, ребята, они и есть. Опа. Угу. Есть. Только перезабросил, друзья, ее. Я, кстати, ее укоротил. Блин. Что-то бодается так. А нет, налимчик хороший. Ну, более-менее пойдет. Тихо.
Вот они вечером вышли. Блин, хорошо жрет. Хорошо жрет. Вообще, смотрите, ребят, вот в пропасти, просто в пропасти. Только-только я вот с первой начал и пошел сюда. И укоротил ее. Думаю, что-то далеко, вот я на тот пупок ложил. Думаю, нафиг, давайте в яму ее. Нифига, вот этот брат заел. Вот это заел. Ты вообще матера. На лима, кстати, есть наждачка. Потом у меня царапины на пальце бывают. Блин, вообще капитально заел. Хрена хапанул. Сходу, короче, видать, бомбанул. Достал. Вот такой. Ближе к делу. Но тоже, конечно, не крупный. 600-700 грамм. Но это уже поприятней. Давай, иди. Убрать к братьям. Интересно. Вальшипина тяга, ребята. Тянут прям, страшное дело. Очень много здесь их. Опа. Блин, трава здесь, конечно, прет. Страшное дело, блин. Вот видите, друзья, кукуруза на месте. Кукуруза никому не нужна. Но ясь, мне кажется, должен хапать кукурузку-то. Кукуруза на месте. Возвращаюсь на лагерь, ребята. Что-то как будто потряхивается она. У меня еще колокольчик тут в воде, блин. Наверное, из-за этого еще не слышно. Тут, видите, обратка, и получается леска не прямо стоит, а вот так, в дугой. И мелкий налим даже не звенит. Что-то шевелилось, как будто. Куда-то в детский сад закинул, короче. Попал этой донкой. Ладно, проверю, что. Видите, что-то она шебуршит. Ну да. Походу опять, ребята, детский сад. Ну, даже что-то там заводил, забегал. Смотрите, что делается, ребята. А, блин. Куда-то в детский сад закинул, короче. Ну, стой. Блин, я опять там, короче. Просто в шахте, ребят, смотрите, что делается, а? Охренеть, блин, вот это глотают они, а? Ладно. Мелкий есть, возможно, и крупный хапнет. Блин, я даже вот обычно палец сую до крючка и выдеваю его. А тут у меня даже пальца не хватает. Жесть.
На лимчике, блин. Я смотрю, что-то дергается как будто. Вот эти донки, короче, тут куда-то я попал нормально. Вот так, видите, достаю, ребята. Маникюру хана, которого нету. Не знаю, вот кровь она выживет. Посмотрим. Такой засранец. Клют одним за одним, короче. Вот вам изи, блин. Куда-то здесь попал хорошо по расстоянию. Как-то повеселее, да, ребятки? Костер вообще люблю палить. С костром все равно покруче. Да, когда на фидере уже сидишь, уже фидером когда занимаешься, уже без костра. А так по налиму можно. Налим даже любят, ребята, когда вот на берегу рядом с донками костер. Часто попадалось, что вот прям напротив костра донка работает. Старики говорили, что вот свет привлекает налима, он наоборот не боится. И частые перезабросы, ребят, тоже, наверное, важны. Налим же клюет на стук, а грузило тяжелое, падает на дно, это тоже какое-то привлечение. Ну все, ребят, темнеет. 11 час, господа. На кордоне тишина. На лимчике выходили, поклевали в 9 часов. Блин, ребят, светло, красота, спокойно видно ту сторону, блин. Вот такая сейчас пока у нас будет. Ну, на камеру, понятно, не передать еще. Ну, а так в целом великолепно. Светлынь. И с каждым днем еще будет все светлее и светлее. Костерочек у меня там монотонно. Сижу. Доночки молчат. Вышел перезабросить. Посмотреть. Ну, вроде все в порядке. Далее, ребята. Вот все на глазах. Вот только я ее перезабросил. И, пожалуйста, поклевка. Второй раз подряд так уже за сегодняшнюю рыбалку. Классика жанра, ребята. Понимаете, да? Ну, тут налимчик, походу. Будто мимо. Вот. А нет, густерочка, ребята, густерочка. Вот она что.
Что, такую попробуем, ребят, закинуть на живца. Что нам может делать? Давайте попробуем. Большоватенькая, конечно. Ну, раз уже такая пьянка, как-нибудь. А вдруг щукарь хороший хапнет. Как-нибудь постараюсь, друзья, я ее закинуть. Блин, крупновато, конечно. Тихо, 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 тихо. Подруга, тихо. Вот здесь у нее самое жесткое. Вон пискарь ему плавает. Как-нибудь вот так в аккурат. Блин, ударилась, конечно, жестко. Будем надеяться, что не слетела. Недалеко, конечно, забросил. Ну что там, на месте? Или слетело? Не, шатает. На месте, ребята. Ну пускай что, хотя бы как-то так. А вдруг хапанет. Так, друзья, ну что это значит? Кукурузу не хотит. Что там, менять на червя получается или что? Ну, в принципе, в ночь можно, наверное, скорее всего, поменять даже. Может, сейчас более-менее мелочь успокоилась, там пискари вот эти, может, сейчас лещ вышел, густерка вон попалась, наверное. Ну, там травы столько, ё-моё. Здесь, конечно, донки четко стоят. А к утру уже можно кукурузу обратно. Вот как лучше, я не знаю. Ну, короче, что-то буду мутить, ребята. Вот так в одного что-то какие-то эксперименты делаешь, и бывает, что-то работает. Не всегда, конечно, но бывает. Донку увеличишь, уменьшишь, и она начинает работать. Так что, ну, надо, ребят, что-то пробовать всегда. Залог успеха. Вроде уже как сколько воды прошло уже. А вот смотрите, друзья, видите, баланы нет-нет, все равно пруд. Блин, сколько вокруг кукушек. Сколько их тут вообще в море. Баланчик подплыл. Ну все, друзья, рассвело. Дров вообще в аккурат хватило, так что нормально. Будем ждать, ребята, солнышко. Перезарядил все на червя, короче. Кукурузу не хавает, вода еще холодная, достаточно. Короче, посмотрим, ребята. Сижу, кайфую, блин, вообще красота.
Доброе утро. Ну что, друзья, проиграл. Поклевок не было. Время у нас уже 11 минут пятого, друзья. Встает солнце. Встает солнышко. На воде туманчик, друзья. Значит, вода уже теплее, чем воздух. Соответственно, сегодня обещали 8 градусов. Водичка, значит, градусов 10-12, наверное, уже прогрелась. Ну, ребят, тишина. Чем занимался? Ничем не занимался. Сижу возле костра, небольшой костерочек. Ходил пару раз, пить забрасывал. Ну, к сожалению, ребят, утром никак. В принципе, утро-то еще раннее. Возможно, и будут поклевки какие-нибудь, но именно прям вот по утрянке, вот этой самой. Я думал, может, выйдет налим еще, но обычно тоже поклевывает вот перед утром. Потому что бывает, ложишься спать, утром встаешь, налимчики какие-то висят. Порвал здесь донку, не знаю почему. Намотало куда-то. Уже не стал перевязываться. Ну, короче, как-то так, ребятки. Сегодня специально не ставил палатку. Хотя она у меня есть, спальник, коврик, все хорошо. Ну, я, как и обещал, хотел полную ночку просидеть, порыбачить, закрыть доночный сезон, так скажем. Ну, не доночный сезон, а именно донки по налиму весна. Потому что налим, ребята, уже все отходит. Ну и пока что-то с езем тоже непонятно. Если палатка стояла, ребят, был бы соблазн залезть туда и завалиться. Специально не стоял. Ну, утро ранее, ребят. В любом случае домой не поеду. Коврик постелю сейчас возле костерка. И морну, наверное, часик. Сейчас на солнышке тепло будет. Хорошо. Потом встанем, позавтракаем. Потихоньку собираться. Вот какой, ребята, друг, дружище попался. Вот такой друг, дружище попался. Вообще забияка, смотрите, друзья. Малыш. Малышок. Да стой, ты стой, аккуратненько сейчас отцепим. Так, ребят, что у нас на завтрак? А на завтрак у нас вареное яичко будет с хлебушком. Есть колбаска еще. А с капусточкой. Будет великолепно. Да, уже 7 утра, ребята, а солнце уже жарит. На неделю обещали прям великолепную. В общем, лето настало.
Вот, друзья, смотрите, сколько за рыбалку травы. Это вот возле каждой донки. Вот у меня такие кучи. Я просто был у Олега и удивился. У нас вроде река одна, 100 километров выше, а у него такого нету, друзья, понимаете? Я еще и говорю, как донки оставим в ночь без присмотра, если вот, ну, чисто из-за травы ее надо просто постоянно чистить, проверять. Там все четко, все в порядке. Хотя уже, ребята, вода у нас упала, и за сегодняшний день она упала. Она не прибывает. Это обычно, когда вода прибывает, трава набивается. Вот дела. Вот у нас вот такой бардак. Интересно, из-за чего, конечно. Такая разница вот именно вот по траве. Вот, друзья, смотрите. Сейчас еще достану окопу. Потому что 2 часа не проверял ее. Блин, и тут травы, блин. Куча целая. Что, никто тебя не потрогал? Не попробовал? Красноперочка. Точнее, красноперочка. Густерочка, говорю. Ну ничего, ребята, живо. Живая, живи всех живых. Давай, подруга. Спасибо тебе за рыбалку. Извини, что немножко помучил тебя. Давай. Иди живи. Устала. Че отлимается, ребят. Давай, подруга. Зарастет спинка. Че страшного? По ребейке, ребята, на лимятнички маленькие. Сейчас мы тут посмотрим, что кого отпустим домой, кто выжил. Потому что бывает то, что не выживают садки, утром смотришь и хана на лимчику. Ну, если отошел, значит, все нормально. Так, что тут, ребята? Вот этот, смотрю, красавчик. Отошел. Так, сейчас надо, ребят, открыть. Нормально. Стоять, змеюка. Скользкий, зараза. Так прям еще и не взять его. Давай, брат. Давай домой, родной. Намучился, да? Так, что тут у нас? Где там? Ну, я вот, получается, ребят, вот этих крупненьких возьму. Таких более-менее. Вот это тоже более-менее такой. Потому что у мамы день рождения, ребятки. Через 2 дня. И пожарим свеженьких. Вот они, три. Три одинаковых. С лица. Грамм 500-600, друзья. Остальных, кого смог, отпускал. 3 штучки возьму домой. На стол. Пожарим. Будет свежая рыбка. Какие бойки, ребята. Ну, вот такие. Блин, крупных, ребята, нету. Я уже не знаю. Последний раз, когда ловили крупного, полторашник уже считается как зачет. Нету налима, ребята. Мелкого налима много. Ну все, порядок. Отходим. Отходим, отходим. Отходим и отходим. Лодочку помыл. Блин, я коврик, ребята, конечно, тема. Берите лодку. Блин, лодки. Просто красота, чисто. Сейчас вот вода сольется. Вымою и все. На улице тепло. Подсос не надо делать. Потому что двигатель теплый, ребята. Ну что, ребятки, вот такая рыбалка получилась. В районе 10 налимчиков белой рыбы вообще нет. Ну, мелочь просто не дает.
Это, скорее всего, закрытие, ребята, донки на червя 100%. Если будут уже выезды, то только на другую наживку. Ну и по налиму, ребят, все, завершаем сезон. Весна. Короче, ничего интересного, ребята. Если подводить итоги в целом, самый крупный 1,5, наверное, килограмма был. Грамм 600-700. И вот такая в основном вся мелочь. Налимчиков 30 поймали мы за весновочку. Может, чуть больше. Ну, короче, ничего интересного, ребята. Ладно, спасибо местечку. Все было круто, как обычно. А я, ребята, домой. И, скорее всего, впереди будем выезд делать уже по фидеру. Но будем искать место такое нормальное. Без течения, где-то тиховодку. Посмотрим, в общем. Все, братва, пока. Это все для тебя. Сразу же дальше. Конечно. Как же, все для сразу. Целый ворох поздравления. Принимай от вас, от нас скорей. Будь всегда такой прекрасной. Будь здорова и люби. Пусть сбываются скорее все желания твои. Сохраняй здоровье в норме. Нервы тоже береги. Содержи фигуру в форме. От уныния беги, чтобы слезы лишь от счастья, чтобы счастье только в дом, чтобы в доме только радость, чтобы радость так во всем. С днем рождения! Ура! С днем рождения! Спасибо! Давай. Давайте, спасибо!